Seven Pirates – представитель Азиатско-Тихоокеанского региона, голодный до славы и громких побед. Несмотря на удачный старт сезона и три победы подряд, пираты провалили главный тест на прочность. В матчах с Ята, RC Gaming и L Gaming ребятам не удалось набрать ни одного балла в свою копилку. Коллектив крайне нестабильно выступал. То выдавая за сезон очень хорошие отрезки в виде четырех побед подряд, то терял очки с аутсайдерами из Horsemen или проигрывал прямому конкуренту Team Efficiency. Несмотря на это, Seven Pirates занимают итоговую третью строчку чемпионата. А на финальную битву ребята едут благодаря двум командам региона, которые испытали проблемы с документами. Удастся ли Seven Pirates ухватить птицу удачи и на финальной битве в Москве, покажет время.